Привет, друзья! Сейчас я расскажу вам о том, как начался мой старт в Betfair совсем коротко и дам вам некоторую полезную информацию, о которой меня часто спрашивают. Говорит и показывает канал ставки с телефона. Привет всем любителям ставок и футбола. Скоро на канале будет розыгрыш денежных призов. Приглашаю вас поучаствовать. Все подробности будут по ссылке в описании. Итак, друзья, старт в Betfair начался с $459, как я уже говорил. Многие из вас, конечно же, с нетерпением ждут, чтобы я вам сказал: я все проиграл, я все слил, ничего у меня больше нет. Но я вам так не скажу. Сейчас, на данный момент, когда я это все записываю, в промежутке между матчами в субботу, у меня на счету $560. Пока этот ролик будет обрабатываться, естественно, уже сумма изменится. Так что все идет своим чередом, так что считайте, что за полутора суток я прибавил сотку, но уже теперь не рублей, а долларов. Так что сами посудите, смогу я сделать в ближайшее время баланс равным $1000 или нет. У меня тут некоторые люди спрашивают, как лучше снимать и пополнять счет в марафоне, на котором я часто ставлю. Я вам сейчас скажу самый-самый лучший способ, который подходит мне и подойдет, уверен, и вам. Вводите вы на счет деньги с Kiwi кошелька, выводите тоже на Kiwi кошелек, это делается буквально за 3-4 минуты, деньги поступают на счет. Но вопрос возникает, как же потом их снимать? Очень просто. Вы делаете себе сим-карту Мегафона, и затем приходите в салон Мегафона и просите их оформить вам карту. Вот такую карту. Эта карта соответствует вашему балансу на телефоне. Поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы получить наличные деньги, если вам нужны именно наличные, это пополнить счет своего телефона. Сколько будет у вас на телефоне, столько же будет на этой карте. При снятии комиссии 2,5%. То есть, грубо говоря, чтобы снять 100 рублей, нужно, чтобы там было, ну, рублей 105-110. При сумме 1000 рублей комиссия там рублей 40 составляет. Это лучше, чем карта Kiwi. Такая карта тоже есть. Но у карты Kiwi комиссия 2,5% плюс 50 рублей всегда. То есть, если вы хотите снять 100, с вас дерут еще 50 просто так. Очень рекомендую вам такую карту. Очень удобно. Кроме того, снимать можно в любом банкомате любого банка, не только Сбербанка. В банкоматах Сбербанка часто бывают очереди, а я всегда подхожу к соседнему банкомату другого банка и снимаю там ровно столько, сколько мне нужно. Вот это то, что я хотел сказать. Всем рекомендую. И еще напоследок повеселю вас немного. Мне написали типа из букмекерской конторы Polymatch. Вот это письмо. Типа они хотят, чтобы я у них ролики, чтобы я в своих роликах показывал их приролы. А вы сейчас в комментариях, пожалуйста, напишите. А на основе того, что вы сейчас видите на экране, на основании чего вы можете заключить, что все это развод? Что это просто шуточки моих хейтеров. Те мои люди, которые уже ВКонтакте читают посты, мне в красках все это расписали. А теперь, пожалуйста, напишите вы, те, кто меня смотрит в YouTube. Жду ваших вариантов. А я пошел смотреть второй тайм Наполи-Рома. Вы уже счет знаете, а я еще нет. На что-то сейчас нужно будет поставить. Пока!